Нагорная тундра. Бесчисленные стада северных оленей пасутся на ней. Олени – основное богатство эвенских колхозов. Чтобы не зашли со стадами пастухи эвены, всюду живут они единой жизнью со всей своей необъятной родиной. Обильной рыбой низовья Лены. Тысячи центнеров рыбы вылавливают ежегодно рыбаки-колхозники. Остров Столб. За столбом Лена разливается на сотни протоков, образуя огромную дельту шириной около 250 километров. Здесь скончает долгий путь великая река, отдавая свои воды холодному морю Лаптевых. Еще недавно пустынны и необитаемы были эти места. Лишь немногим смельчакам, полярным исследователям, удавалось проникнуть к устью Лены сквозь льды северных морей. И только в наши дни, с освоением Северного морского пути, открылись ворота Лены в океан. Неподалеку от ее устья создан арктический...